Омский КВН подвел свои итоги. А финал Омской региональной лиги стал вишенкой на торте. 5 команд и строгое жюри из опытных КВНщиков и поклонников качественного юмора. Началось шоу с конкурса «Разминка», где не обошлось без Читы Масляковых. Выступление в исполнении. Команда КВН «Бора Бора» независимая. Зажигательных танцев и юмора с политическим душком. Представьте, если бы Госдума состояла только из женщин. Внимание, 53-я поправка. Ой, как хорошо, что мы выделили для этого специальное время. Конкурс завершила самая музыкальная сборная – концерт. Концерт окончен. Расскажите, как вы так все подобрались, да, все такие певучие и такие колоритные? Творческие люди, они всегда как магнитом притягивают друг к другу. Вот. Ну, я имею в виду в хорошем смысле слова. После первых оценок жюри вперед вырвалась независимая команда «Сборная села ВАСИС». После чего начался один из самых сложных конкурсов с открытым микрофоном. Зрители, задавая простые и сложные вопросы, давали командам возможность заработать 6 баллов. Вы анекдоты придумывали сами или в интернете нашли? А тебя с интернета скачали или в капусте нашли? Куда дрейфует юмор сегодня? Ответить так же сложно, как и 20 лет тому назад. Вот. Главное, чтобы те, кто работает на сцене, понимали, что они нужны. И те, кто сидит в зале, это им нравилось. Вот, я думаю, это самая главная задача. А вот конкурс «Пятиборье» проходил впервые. Он состоял из биатлона, музатлона, конкурса миниатюр и конкурса на самую эффектную финальную коду. Фразу, которая завершает выступление каждая команда. Дорогой жюри, ради 2,1 балла мы даже не хотели давать вам взятку. Более того, мы даже вас занять хотели. А также конкурса с предметом в мешке. За каждое мини-испытание командам начисляли по 0,2 балла. В итоге лучшие могли заработать 1. К финальному конкурсу домашнее задание было уже 3 лидера. Сборная села ВАСИС, Бора Бора и Алексей Сергеевич. Эффектную точку в конкурсной программе вновь поставил концерт. Ну, сейчас будет фурор. Таким коллективом. Вечера на хуторе близ аграрки. Но самый торжественный момент награждения был впереди. И с результатом 17,3 балла победила сборная села ВАСИС. Именно они получат шанс выступить в первой лиге КВН в Сочи. Некоторые около 8 лет уже играют в этой лиге, и невозможно осознать. Вот, наверное, завтра уже утром проснемся, и будет понятно, что чемпионы вроде бы просто в Омске в КВН играем, а знаете, очень много значит. Второе место заняла команда «Бора Бора». Третье у женской команды Алексей Сергеевич. Аплодируем девочкам! Девочкам говорим всегда с нашей!